Теплая одежда, практичные вещи – то, что сейчас крайне необходимо солдатам. С начала октября школы, родительские комитеты, пенсионеры, предприниматели и другие неравнодушные жители приносят в пункт сбора вещи для мобилизованных. Принять участие в гуманитарной акции может любой желающий. Как вы оказываете поддержку? У нас есть группа рукодельниц неравнодушных, кто вяжет, шьет. Хочется немножко поддержать, согреть. Именно мы дарим нашим ребятам тепло с Алтайского края. Это нашим ребятам, чтобы они почувствовали заботу нашу, они почувствовали, что, конечно же, мы всегда сердцем с ними. Акция идет, вот объявлена с 1 октября по 15. Основной пункт сбора – это Ленина, проспект Ленина, 148. Помимо него, по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка и совместно с депутатами Барнаульской городской думы открыты пункты сбора помощи в общественных приемных «Единой России». В каждом районе города организован такой пункт, всего их 5. Значит, эти пункты организованы на базе наших общественных приемных при поддержке депутатского корпуса фракции «Единая Россия». Пункты будут работать ежедневно. В любой из пунктов принести вещи для бойцов можно с 10 утра до 6 вечера. Потом их доставят в единый пункт сбора, который находится в центре города. После помощь направят бойцам. Добавим, отдельная точка сбора вещей для мобилизованных заработала и в поселке Южном. По всем вопросам можно обращаться по единому номеру телефона 62 76 98. Валентина Аскерова, «День с толком».